Мы должны понимать, что если Кадыров уходит, летит модель, которая базируется на связке Рамзан-Путин. Полная безнаказанность, абсолютный иммунитет, что бы ты ни сделал. Вот это личная связка. Ни у кого больше такого иммунитета не будет. Ни у какого чеченца, потому что не те исторические обстоятельства. Сейчас не нужно усмирять никого в Чечне, на самом деле. Там излишнее уже это насилие, все это понимают. Там огромное количество полицейских, которые обеспечивают себя работой. Это все им сходит с рук, только потому что существуют эти договоренности между Рамзаном лично и Путиным. Это сейчас только мешает развитию Чечни и вообще мешает, в принципе, это все ненужное, излишнее, не помогающее вот каких-то федеральным задачам ситуация, а наоборот, она все время ставит всех в какую-то странную позу.